После ознакомления с итогами мониторинга в 12 селах муниципалитета Зугдиди продолжаются мероприятия против мраморного клопа. Мобилизовано 40 единиц техники с высокой проходимостью. Как заявляет заместитель главы Национального агентства продовольствия Зурабли Партия, исходя из биологии вредителя, на этом этапе важно проводить мероприятия интенсивно и своевременно. Глава ведомства призывает фермеров, чтобы активно включились в мероприятия по борьбе с вредителем. По информации Национального агентства продовольствия, в Западной Грузии термическим туманом обработано более 310 тысяч гектаров земли. Тракторными агрегатами 10 тысяч гектаров зерновых участков, а станциями привлеки и уничтожь более 18 тысяч гектаров. Главное, чтобы мероприятия были проведены своевременно, для того, чтобы ликвидация вредителя произошла до того, как вредитель начнет летать. Как раз поэтому мобилизована техника, для того, чтобы оперативно провелись мероприятия в тех местах, где мониторинг подтвердил, что нужно провести опрыскивание. Мы думаем, что масштабные мероприятия с использованием термического тумана продолжатся в июле и в августе, когда фиксируется максимальное количество вредителя. Под конец сентября и октябре осуществятся зимние мероприятия, когда вредитель заходит в дома. В этом году мероприятия были проведены очень эффективно и оперативно, что указывает на то, что стратегия, которая была запланирована, была правильной, и действия прошли соответственно. Итоги налицо. В Западной Грузии значительно уменьшилась популяция вредителей. На основе мониторинга штабы Национального агентства продовольствия начали третий этап. Сегодня мобилизовано 40 единиц техники, которые будут действовать в 12 административных единицах. И за два